Так. Идем искать что-нибудь. Ранг босса я пришел. Во-первых, надо закрасить наверху квадратики. Пойдем посмотрим, что тут есть, в принципе. И попан тихо. Внезапно. Спасибо за пол. Пиши в чат, не стесняйся. Блин, получше бы оружие тут. Вспомогательно быть не успею. Так, а оно, да, не простреливается. Я здесь не был. И что здесь? Ага, улучшенный дым и туман. Так, теперь я все закрасил. Идем налево. Блин, я там крышу как-то не сам. Ничего с ней не сделал. Надо будет потом подумать что-то.
Так, да, это получше будет. С этой стороны, наверное, как-то можно зайти. Ну, может быть и нет. Ну-ка, наверху. Не, сомнительно, что там что-то было. Это, видимо, туманом, что ли, надо проходить? Или нечто другим? Видимо, здесь грейд на волка надо. Что толку от этого? Ладно, потом взгляну сюда, когда сохранюсь. Это сверху надо открывать. Центра. Так, наверное, имеет смысл сохраниться, залутать предметы. Вниз по кругу обойти все. Хотя можно здесь наверху, или я здесь за летучую мышь слетать, заодно посмотреть, что здесь. А может направо переместить.
А что он дает? А, интеллект, так. Понятно. Наверное, мне здесь смысл стенки простреливать. За летучую мышь. Так, и нам просто снайп ману теперь. Ну, если ему еду скормить, а он так сработает. Наверное, нет. Она пропала, еда. Поехали. Бывает. Сток Германтрас. Так, ну это я к проходу иду, что ли? Iron Ball. Что он дает? Ясно. Так, подожди, там новая локация. О, даже босс. Ничего себе. Блин, это не особо хорош. Я способность.
Хотя с внутренним интеллектом книга много бы поднимает. Он вырос? Да, вырос. Еще для летучей мыши грейд. А как его использовать? Сонар, насколько я полагаю. Наверное, надо огонь выключить, чтобы это юзать, да? Ну-ка, СФ... А, просто на треугольник почему-то, понятно. Ну, видимо, так все клетки и искали. Какой-то момент. Блин, на самом деле лучше право изучить, нежели лево. Фонтан стал красным. Ну так, как обычно, его пропустил.
Блин, я, по-моему, стенку не проверил. Пойдем возвращаться. Ага, теперь мне вниз надо. Отлично. Привет, сейфи. Как поживает там твоя стратегия? Какая именно, про которую ты рассказывал, про богов типа, вот в этом роде, насколько я помню, насколько я запомнил. Или как там, как таковой компании нету. А, нету. Вот оно как. Странно, почему у меня здесь угол не закрашивается. А, вот теперь закрасился. Стоп, у меня еще есть карта призрака. А, призвать фамильяра. Понятно, только на какую кнопку? Ну ладно. Так, что я взял? Анг, по-моему. На, усиливает силу хилок. Просто играешь, а в конце игры получаешь опыт, прокачиваешь бога, получаешь бонус со старта карты. Понятно. Так, миссик. Дает? Повышает восстановление МП, насколько я понимаю.
Блин, мне кажется, что по фигня какая-то фигня надо сделать. Непонятно. Может сломать голову и последовать просто? Смотри, что будет. Ну я понял. Короче, рогалик в мире стратегии. Я правильно понимаю? Или это все же не совсем так? Прикольно. Блин, интересно, будет ли какой-нибудь рогалик визуальная новелла? Мне кажется, это слишком сложно замутить, в принципе. Наверное, такого никогда не будет. Чтобы фразу рандомили каждый раз. Ну да, представляю. Ну, когда-нибудь искусственный интеллект будет этот, продвинутый, и он сможет во всякие фразы. Все дела. Бэткарт, еще один фамильяр. Хорошо. Ну-ка, здесь точно ничего нету? Вроде нет. Блин, надо, чтобы один раз сработал этот радар летучий мышь, чтобы я понял его принцип. И будет неплохо. Еще ящик зачем-то здесь. Понятно зачем. Думаю, это возможно, но заморачиваться вряд ли с тобой. Да нет, там надо вариации продумывать. Чтобы не были какие-нибудь не бессвязные речи, а именно под ситуацию и так далее. Ну, это дело искусственного интеллекта, по сути. И дела, которым люди занимаются. Ну, имха. Thank you.
Так, я правильно пойду? Да, я правильно лечу. Еще один босс не обязательно. Хорошо. Сам не рад. Ты против меня хочешь еще раз. Ну, не знаю, я немного разочаровался в плане того, что чат рассказал о некоторых головоломках, скажем так. Точнее, не головоломках, а событиях, которые, по сути... Секретки. То есть, например, вот право, ты видишь самую правую точку, да? Там, если постоять, ну, там, собственно, надо туман, чтобы пройти сквозь решетку. Но если ты над ним, над этой комнатой или того, стоишь минуту, то приедет лифт, и он опустит тебя в комнату, что ниже, и без тумана ты попадешь и заберешь там доспехи. И как бы... Мне сказали, просто надо тыкаться. А еще есть секретка. Тут, мол, есть комната, где можно выслушать исповедь или типа того, или сесть за стол. Если ты это сделаешь именно в определенное время, то тебе дают чаек, который устанавливает 5 хп или типа того. Как бы... Случайные секретки. Если они здесь есть именно для того, чтобы собрать 200.6%, то у меня плохие новости для этой игры. Мало, если это надо выводить чисто на случайности. Если же здесь без этого все получается, да, все хорошо. Вот. Ой, какого-то такого мнения сейчас у меня. Это, конечно, здорово, что здесь есть такие секретки, но мне заявили о том, что постараюсь, так секретки найдешь, хотя они полностью рандомны, зависят от времени. Я знаю, что я должен 24 часа на 7 сидеть в этой игре, что есть неверно. Потом я, мол, сгорелся всего. В общем, надеюсь, что здесь не будет таких обязательных секретов на процентаж.
Сила волка я получил, да? А, что она делает? Сила волка это... Ран свои все. А, понятно, он теперь стенки можешь проламывать, типа. Дэшн, как в Метроиде. О, секретка. Прикольно. А там вниз нельзя, интересно, провалиться? Ты с Эфирикс на 206 проходил? Или нет? Нет? Понятно. Интересно, я могу собакой быть в воде и сломать вот эти вот столбы? Блин, но они мешают. Ну, я не рад Малера, что у меня настроения не было. Блин, я здесь задержаться не могу. Я проходил вслепую с подсказками отча. Ну я сейчас тоже вслепую, по сути, играю. Мне просто рассказали о некоторых нюансах. Ну, не обязательно. Но и один раз рассказали именно с часами. То, что можно было их заюзать. Это вот башня, которая прямо в середине замка. Там если взять дополнительный предмет, грубо говоря. Ну, не обязательно оружие, то есть вместо книжки. Часы, и использовать их, то там откроется. Я вот тут тупил очень сильно. А интересно, бревно проломится, если собака пробежать? Ну, и еще рассказали о том, что я тебе рассказал, собственно. Какие рандомные штуки. А может Адар на самом деле не сканет, а что-то иное делает? Две тысячи. На лучший концов не обязательно все находить. Ну, я понимаю. На 206 зачем ты собираешь? Ну, я пройду игру и потом посмотрим. Что сделать? Я хочу. Единственное, что мне пока в этой игре не нравится, это боссы. Вот. То есть в начале игры было нормально, а потом внезапно... Я их тупо рашу. Ну, за исключением последнего, но я думаю, сейчас набегаюсь, накачаюсь, и он будет неощутим, скажем так. Блин, а тут, наверное, через туман, да? Надо побегать. Ну, наверное, нет.
Дискан еле-еле видно. Летучие мыши. На стене. Так, а как мне такую же штуку призвать на... На другую деревяшку. Циферекс, ты знал про такую фигню? Не помню. Это, короче, если экипировать посох и... Ну, особый посох, как он это называешь? Shield Road и щит, и если нажать квадрат и кружок одновременно, то будет способность внезапно. Вот так вот. Оказывается, и такое в этой игре есть. Внезапно. Кстати, ты не в курсе, как здесь из фамильяров? Я так и не понял их прелесть. Если их прям уже не есть способность. Ну, да. У них есть супер приемы. Это да. И они все работают, не пойми как. У рапиры, по-моему, или как там оружие называется. Он берет, дэшится и делает много-много-много ударов. Какая комбинация, не помню, как она вымеряется, грубо говоря. Экипировать их, я не знаю, там вид врагов качается. А это в какой слот их экипировать? Вот у меня есть фамильяры и как бы все. Здесь их нету. Ну, в заклинаниях тоже. А, как реликт. Я понял. Тогда фею возьмем. Все, благодарю. Так, а вот и бочка, значит. Значит, мне надо врага сюда подманить, чтобы эту бочку кинул. Окей. Именно фамильяра? Ну ладно, я... В какой-то момент до меня что-нибудь дойдет. А может быть и нет. Блин, а вдруг там секрет есть? Фея, я полагаю, лечит. Летучая мышь. Призрак. Блин, я мог сюда с самого начала попасть. Прикольно. Thank you.
Когда я тебя что-нибудь найду с помощью летучей мыши? А некоторые секретки открываем с помощью фамильяров. Ты подразумеваешь, что надо просто бегать, и они сами что-нибудь сделают? Да, магия есть. Это... У меня два заклинания каких-то открыл, и... Просто случайно, потому что не геймпад такой. И внезапно что-то произошло. Да? Понял. Блин, можно же щит вязать, чтобы было норм. Или нет. Блин, а здесь враги-то сильные? Или нет? Понятно. Так, она зачем-то лестницу ломает. Я книжку уронил, да ну что? Ай, обидно. Ведь и раньше ты эту песню уже достать неприятно, но мне такого делать все легко. Не, ну я заметил то, что некоторые боссы здесь можно посещать, так сказать, раньше, чем надо, либо позже, чем надо. И вот явно где будут проблемы, коль сделаешь что-то не то. Это я понимаю. Потому что этот босс меня брал и толкал. Ему надо было как-то за спину зайти. Я полагаю. Еще, видимо, какой-то босс есть. Я полагаю. Так. Там другая локация. Блин, без книги, кстати, сложно будет. Я-то всех с книгой убивал. Так, очередной грейд какой-то. Карма коин. Это же для подкидывания, насколько.
очередной непонятный предмет. Можно было пойти сверху, можно было пойти снизу. Угу. Блин, а замок-то большой. Если к боссу не идти сразу. Мне кажется, им надо было делать так, что... Нет, осёрся. То, что в зависимости от твоего уровня будут статы у босса другие. Что-то в этом роде. Так, я еще нашел Bloodstone. Plus good health ability. Стоп, это вампирик, что ли, или что? Improve blood healing ability. Он пускай будет. Блин, забавно здесь будет легиона убивать. Наверное, как обычно. Можно как-то будет его фигачить. Не получив даже и урона. Блин, даже лава есть. Летачак большой. О, я помню этих мужиков с ее. Ладно. Не, она же резисты повышает, это не то. Так, а были ли у меня локации, где бал происходит? Может быть, там надо за эту маску экипировать? Ice Brand.
Ice World of Meme. Он, наверное, врага замораживает. Блин, фига у него не анимация быстрая. И размах большой при том. Интересно, в водяных монстрах можно им замораживать? Или эта игра так не работает? То после всех разговоров ты чего от меня ожидаешь. Так, это я круг сделал, получается. Я сделаю, если пойду направо. Волк армор. Increase with mark. Нормас. Станем сильным, когда всю карту откроем. Если я, конечно, могу все... Вот! Как я это заюзал? В общем, как-то заюзал. Что-то спешл. Так, тут босс, да? О, легион. Здесь он непростой. Короче, это кнопка вниз и еще что-то. А можно приспуститься немного? Товарищ. Okay.
О, может за 5 я могу шипы пробежать на скорость. А, не, он там, по-моему, не разгонится. Хм. Надо что-то против шипов найти. Какие-нибудь ботинки, наверное, особые. Ну, там Грим Рипер, наверное, будет меня ждать. Релокация. Мармигил Блэк Свор Стронг в поле. Это против Рихтера, насколько я понимаю. Блин, его можно прилететь, но это уровень. Меня смущает вот этот блок, который наверху на самом деле. Надо, чтобы и с другой стороны подлететь. Ну, летучая мышь указывает ничего. Либо я не понимаю, как работает сонар. Может, с другой стороны? Наверху слева сейф. Там та самая полностью меня беспокоит. Якобы комната.
Блин, а что если дать им донести? А, они не хотят, да? Ладно. Да не, навряд ли там будет секретка. Книга. Она вернулась. А есть тот, кто светится у меня из фамильяров? Наверное, призрак. Нет. Может быть, фея? Нет. I'll follow you anywhere. О. Я послед... Подожди, а как... А почему она сказала, я последую за тобой куда? Угодно? Don't forget that some animals can live in complete darkness. А, некоторые звери... Понятно, она советчик. Некоторые... Don't forget that some animals can live in complete darkness. А вот и сонар. Рабу... В действии. Я-то думал, им секретки искать. Прикольно. И, видимо, фея так подскажет мне по поводу волка. Шурикен. Так, я точно прошел? Да. Ну-ка. Эта стена пробьется? Нет. Жалкая попытка. Спайк брейкер. А-а-а. А что такое форкбан? Пирожок с свининой. Тайский бал.
Spike Breaking Armor. И это мне, собственно, поможет мне через шипы пройти. Угу. Я понял. Карта библиотеки. Я лучше пешочком дойду. Хотя... Да, лучше пешочком, я там еще направо не сходил. А, здесь я проверял. Здесь я тоже проверял. Так, надо сохраниться. Теперь пойдем обратно наверх. Так, а были ли еще темные места, интересно? Полагаю, что нет. Только мне кажется, что стационар можно использовать как умение для нахождения секреток. Здесь телепорт. Тогда мне к шипам надо. Ой, там еще секретку пропустил. Блин, жалко, что процентаж точно нельзя глянуть. Нет. Обидно. Нам будет тогда перезагрузиться, да, глянуть его. Так, можно сейчас в секретку залететь. Вправо, а затем вверх подняться.
Блин, тут наверху тоже секрет. Блин, я только так, да. А, можно получить. Ладно, пойдем в обход. Длинный обход. Блин, а интересно, ворота можно сломать в самом начале? Он еще раз бьет собаки. Где-то это точно используется способность. Не, нельзя. Блин, я не успеваю прыгать. А она может? По сути, насколько я понимаю, секретка с этой собакой связана. Она когда-то далеко прыгала. О, индейка. Стоп, я не туда свернул опять. Надо было вниз. Стоп, а теперь в другую сторону, ну-ка. Раз там был блок проломлен, то... Он же под ним пробежит, правильно? Так, я еще раз сейчас побегу. А, я понял, кстати, как пройти этот фонтан. Собака, можно разогнаться и упасть вниз, типа. Да он вроде как через воду пройдет.
Ну да, точно. Блин, а там нет блока, который надо пробивать? Ну-ка еще раз. Тоже нет. Так, а что мне дает Secret Boots? Discreetly. То есть оно повышает вес, но зачем? Чтобы провалиться куда? Блин, тут точно нельзя псом пробежать. Мне кажется, неспроста этот камень расположен. Блин, там, по-моему, угол пустой. Ладно, вроде оно не пробивает. А можно как-нибудь камень уронить? Непонятно. Thank you.
Я еще здесь пропустил, оказывается. Блин, можно было заметить на самом деле, когда я падал. Блин, явно что-то надо сделать с переключателями. Кстати, если я уберу шипы... Да, только вот толку того, что я пробежал за собак. Какого? Секретка. Ну а еще у меня вот собаки. Что она делает теперь? Ай, релик. Так, бежать. Special move as a wolf. А как его использовать? Комбинации клавиш каких-то? А, это клинки. Давай книгу. There is something funny about this wall. А, у меня есть ботинки тяжеловеса. Или подожди, или она говорит про вот эту вот стену. There is something funny about this wall. Все, диагональ надо было ударить, я сморг. Так, наверху надо записаться.
Цифериса, ты еще тут? Я сюда еще не залетал. Правильно? А нет, я запрыгивал сюда. Я под контролем. Так, я еще не использовал фаербол летучей мыши, чтобы тут найти. Особое движение собаки еще. Может, надо луну как-нибудь найти? Погавкать, да. Special move будет. Блин, а голову еще шипы проломать тогда уж. Забавы ради. О, здесь можно за сапёсель пробежать, кстати говоря. Коль пол расчистить. Привет, Слинг. Бунт скорее. So, did you find Richter? I don't know if he's the one you're looking for, but I found a Belmont. Really? So he is here. But the one I saw was the enemy. He was the lord of this castle. That can't be true. Я сам привет. You're wrong. I must go now. Я опять куда-то уперла. Не толку? Нету толку. Линк, ты эксперт в этой кастле? У меня возник вопрос, можно ли посмотреть процентаж игры, не умирая? А, не играл? Тогда ладно. Ну, графон забавный местами. То есть ты видишь... Блин, надо до библиотеки дойти. Тут, в общем, есть...
трехмерные книги, которые летают и так далее. Они забавно. Выглядит такое чувство, как будто ты играешь на PSP в какую-нибудь каску. В этот, в ремейк какой-то там. Уже не помню какой. Стоп, я могу в колокол залететь? А смысл? Яблоко офигенно выглядит. Ну, он офигенно выглядит, когда начинаю как метро, туда, как Самус, бегать туда-сюда со скоростью света. И про размывку все дела. И вот за счет этого она выглядит круто. Ну, я полагаю. Графон как графон. Это ведь не ГБА, чтобы было все плохо. Скоро библиотека будет. А не, нифига не скоро. Ну ладно. Что интересного было? Но на самом деле ничего. Я ожидал прям вау-вау, а оказалось посредственное косла, напоминающее гармонию. Где ты бог и царь, и всех овнишь с одного удара, в том числе и боссов. Единственное твое развлечение — это бегать по замку и искать секретки. И поскольку нельзя посмотреть процентаж, надо взять и выйти нафиг из игры. Сотни часов нафигачиваться. Понятно. Ну, оно-то ясно почему. Было бы странно, если бы ты не наиграл в ССБ столько часов. Так, и чтобы посмотреть, на сколько процентов я открыл карту, мне надо загрузить заново игру. АЕФ. Еще говоря, загрузки долгие тут. Это где, в костле в этой? Не, нифига. Или это про ССБ? У вас там вроде какой-то ивент сейчас в Fire Emblem начался. Духов там вылавливать. Угу, 94%. Костле. Это ложь. Я не нашел, где 6% секретов. Может, потому что я... Возможно. Да я бы не сказал, что они долгие, господи. Паразитки, то духи... Тьфу ты, загрузки долгие. КЗ хотя. Так. Ну, по сравнению со всеми вечерами кассами, которые были до этой, она очень даже неплохая. Соглашусь. Единственное, меня напрягают секретки тут. А, у тебя уже все спириты есть? Ясненько. Думаю, Хаммертайм, у меня вопрос. Если я сейчас пройду замок этот, я смогу вернуться назад? Или мне ложкой по лбу ударят? Я не играл, но вроде бы нет. Да, мы должны на 100% его пройти. Найдем же секретки.
Блин, и не вот непонятно, сколько процентов та комната. Перепройти Марио Одиссе или пройти мажору? Не могу решить. Пройди мажору. Зачем перепроходить, когда у тебя есть игры неигранные? Мне делать все эмуляторы. Да, проще не сохраняться после босса. Я сомневаюсь, что там автосейв. Типа, просто берешь и резетаешь игру. Ну, можно и в эмуле поставить. Цитник, пожар очень тильтовый для меня. А ты играл на Нохана в Окарину? Потому что Марио больше новогоднее настроение дает. А, да, в жопу это новогоднее настроение. Больно оно сдалось тебе. Будешь сидеть на Новый год и угнетать всех. А, прошел и ту. Ну вот Окарина, она тильтует или нет в сравнении с ну... Если сравнивать с мажорами, насколько, скажем так. Я тут только Окарину проходил. И не то, чтобы я тильтовал. У меня еще есть куча Марио не пройдено, чтобы Одиссею перепроходить. Сравнивать с мажорами 50%. То есть я буду тильтовать, видимо. Не, ну это явно не 6%. А еще эта комната не нашла с боссом. Я, наверное, вернусь. Вот этот замок. But now feel my unbridled wrath. I just saw that. It's over, Belmont. So the war between humans and vampires finally ends here. What need for the shepherd? When the wolves have all gone, my time on this world has come to an end. Это был босс, я сказал, что сильный тип босс. Ой, заставочка. Mankind continues to fight, but it is a desperate fight to stay alive. I suppose that he chose a life of warfare, since that was the only way he knew. Like you, father, he chose a path of destruction. Farewell, land of my birth. Never again will these eyes gaze upon your beauty. Ну, насколько я понимаю, это не true ending. Но это финальный босс, да? Теперь должен быть отзеркальный замок наоборот?
И его надо пройти. То есть тот же самый замок, только вверх ногами. Но я, видимо, что-то сделал не то, чтобы ее не открыть. Поэтому пойдем на гамифак. Короче, я обежал весь замок, но, видимо, я обежал в неправильном порядке. Поэтому я не поговорил с Марией. А Мария должна мне дать была очечи. И с очками я должен убить босса. Во. А затем пройти замок на 190 и больше процентов. Или она мне уже дала, а я просто не заметил. Приятного надо. Кстати, что с компанией в ССБ? Сюжетный. Она норм, не норм, сложна, не сложна, научит тебя чем-нибудь или нет. Там предметы куча быстрых, то что в игре не научат. Понятно. Я просто думал, там будет из разряда сюжетка, мол, на тебя вешают ограничители, на врага бусты, и надо, мол, не знаю, продержаться, еще сделать, мол, подобные задания. Как это было в файтане по Наруто. Какие долгие типы? А может быть и недолгие. Он просто сел в бои. Референс. Понятно. Это как в Кирби референсы к первым частям, да? Короче, сейчас пойдем искать Марию, чтобы она дала нам очки. Ай, так. Стоп, вот эти что ли Google?
Не надо одеть или нет? Написано Holy Glasses. Так, а где ее найти тогда? Чтобы весь данж не убежать. Хотя можно весь данж убежать. Ладно, пойдем искать секреты. Чтоб нам очки дали. Блин, я не понимаю, почему там нету белой черты в комнате, что наверху. В середине справа. Окей, сейчас я свечу наверх. Смотрю. Просто хочу понять, что нужно сделать для той концовки без гайдов. Ну, смотря в какой. В гармонии более-менее понятно, потому что мужик дает тебе амулет чертов. Потом в арии там есть книги. Но там хрен допрешь, честно. Соглашусь. Но в гармонии более-менее понятно, что с концовками. Да, три специфических души, но их можно по подсказкам понять, кроме какого-то одного. По крайней мере, я более-менее понял. Но ты все равно не понимаешь, о чем это говно говорит. В любом случае. А, да, загадки на душ. Это где надо санина, которая лодку тащит, чтобы пройти через водопад. А можно взять другую душу, женщины, которая с ножами. А, я вижу Думхаммер там. Тут даже два прохода я еще не исследовал. В середине и чуть, ну, правее. Блин, кто знаешь, какие есть секретки? Тут приходили экспертные эксперты, рассказывали, мол, в одну комнату можно попасть с помощью тумана. Ну, я превращаюсь в туман и пролезаю сквозь решетки. А можно другим способом попасть же в эту комнату. Для этого ты должен встать в комнату над ней, постоять минуту, и приедет лифт, и он тебя отвезет вниз. А еще здесь есть два стула и стол. И если ты в определенное время сядешь за него, то тебе дают чаек, который устанавливает 5 хп, по-моему. Или что-то такое. И это еще не все секреты. А об остальных мне умолчали. Как тебе такое? Еще тут было кое-какое место, которое меня мало подрастроило. У меня типа есть балансная книга, как видишь, да? А тут были часы. Ну, часовни, все дела. И надо было из светильника выбить часы, прийти туда и их заюзать. Тогда откроется проход, где ты получаешь сюжетную способность. Мол, я специально всю игру бегаю с имбалансной книгой, чтобы ломать 7 кабины. А меня говорят, иди-ка и бери обоссанную санину. Впрочем, это логично, но все-таки не очень. Когда цикады? Не знаю, на самом деле. Да, я помню, что я обещал на эту неделю, но что-то не задалось. Может, в субботу заведу. Как раз к Новому году осилим последний арк, я думаю. Ислинг со вторым уровнем, Нанахана с первым. Во, вот здесь надо было часы использовать, и то секретные проходы откроются. А, видимо, вот здесь надо использовать эту способность. Толя. Хм.
Привет, Сикай. Лучше Кастельвания. Средняя. Ну да, она. Мне больше Сёрс Оффман нравится. Извини, Слинг, не поддержу тебя. Где ботинки-то? А, вот. Ага, я могу прыгать высоко. Что-то не чувствую. Там время стопить перед концовкой. В плане. Я прошел, теперь мне надо найти Марию, чтобы у нее очки забрать. Стоп, где я? Угу. Да, ну нахана. Я проходил не на Нессе, а на Снессе. Они клевые. Ну, первый клевый, второй с Санином. Это прям норм фигня была. Я тогда, по-моему, просидел 20 часов без перерыва и играл в Мегатен это. Кайф. Да. Не слишком любишь. Ну, тогда тебе не понравится. Так-то я проходил лютое дерьмище порой. Например, Blood of Bogomut на Nintendo DS. Это из разряда Shadow of Colossus для бедных на Nintendo DS с гриндом а-ля Monster Hunter. Не, первый Dragon Quest он клёвый. Там очень много клёвых фишек, которые... Их встреч, например, в текущих играх. Там, когда побеждаешь всех врагов и убиваешь лаз-босса, меняется весь мир, и там начинают цвести везде трава, все дела. И, мол, преображается весь мир, и ты можешь со всеми жителями абсолютно поговорить по миру, и они расскажут о своей дальнейшей судьбе, например. По-моему, это клёво. И там есть различные пазлы, боссы не ну, не все убиваются атаками, там некоторые... С помощью, там, не знаю, пойди раскопай дерево, под деревом найди что-то, это что-то примени где-то там, и тогда ты сможешь победить босса. В седьмой части я не помню, что там. Я все хочу скачать на пиху симфонию, чтобы на работе залипать, но я слишком морг для эмулятора. Я что-то не сделал. А там просто качаешь этот EPSXE, по-моему. Или что-то такое. И... там даже, по-моему, ничего настраивать не надо. Да и после. Ну, там, да, там острова, все дела, но тут это делается в конце игры. Как бы тебе просто рассказывают, что случилось с жителями. То есть, например, есть парочка, где парень сбежал от своей девушки. А ты спас мир, и в итоге они сошлись. То есть это, так сказать, не обязательный контент, который ты не обязан кушать. Вот как в третьей персоне, ты после событий можешь со всеми поговорить. У них не может получить разработчики страшно. Не знаю. Сложно. Мунстоун. Блин, дайте угадаю, этот Мунстоун надо с комбини с собакой, и что-то происходит. Ага, после восхода солнца. То есть статы мне даст, когда по времени, что ли, системно будет утро? И что? Это же пока что представляю Switch-версию. А она, кстати, должна в декабре быть. Или что-то в этом роде. Они там анонсировали фестиваль какой-то. И они сказали, что расскажут, что значит все-таки это буква S. На Switch'е. Это еще что такое?
Не говори, что это замок перевернутый. Ночной кошмар. Mother! That voice! Alucard, it's you! I'm coming, Mother! I'll save you! No, Alucard! Don't come here! But Mother! It's all right. If my death can save others, I gladly surrender my life. Mother, no! Please, no! Yes, Alucard. No. Watch me die, and remember always my last words to you. Yes, Mother. You must despise humans. They are to be your prey. What? Better for them to die than to let them compound their sins. Begin by slaying that one over there. No, it wasn't like this. What's wrong? Alucard. My mother never said such a thing. What do you mean? Kill them and bring them happiness. No, you're not my mother. What kind of demon are you? You broke free of my spell. I like that. Demon, death is too good for you. Come here, little boy, and show me what you got. Блин, мне это что-то напоминает, как Неро с пеной рта что-то пытается сказать в Devil May Cry 4. По поводу Switch-версии, я надеюсь, они добавят контент, который был в 3DS-версии. 2D-режим и особую мини-игру, которой нет на плойке 4. Ибо на плойке 4 там вроде как тир должен быть по всему миру. Или что-то в этом роде. А 3DS нет. Дарклинг, я смел твою кровь! Вообще, должны фишки есть, прикольно. Could it be... That strength, that beauty! You're the son of Lord Dracula! Son of Lord. Death in the dream world will set your soul wandering for eternity, demon. Demon. Wait, I beg of you. Кто там с ней? Gold ring. Top silver ring. In tower. Wear clock. А, носи в Клок Тауре. Пойдем оденем два кольца. Клок Тауре. Ладно, это был забавный момент. Ну эти боссы, господи. Причем, кстати, забавный момент. В Гармонии в Диссонанс там тоже такие боссы вообще никчемные. И там есть один замок, есть второй замок. И потом их смешали. По сути, у тебя симбиоз двух замков, и ты ходишь по тем же старым локациям. А здесь замок перевертыш. Канами. Что с вами не так? Две одинаковые мотивы игры. Стоп. А я теперь точно все смотрел? А вроде да. Блин, там это по жоже вроде анонсировали. Battle Royale, автомат. Господи, что? А может не Battle Royale? Ну что там для автоматов анонсировали? Ух. Я смогу забраться наверх? Не, мне придется круг делать.
А вот для японцев это не рафлятина, это серьезные вещи, между прочим. Луиджи Мэншн аркада у нас прям. А что это за аркада такая по Луиджи Мэншну? Игру-то я сам узнаю. А чем она, ну, аркада отличается от этого? Моей игры? А по моему серьезно играл в это говно? Нормально. Она в VR вроде. Меня в это все равно бы не подкупило. Так, это сейчас сложно будет, наверное. Секунду. Ну, пожалуйста, еще раз ссылку. Я готов ее открыть. Так, и чего? Это я Grim Reaper, насколько я понимаю, открываю, да? Блин, еще какая-то санина. А, кинь еще раз, пожалуйста, ссылку. Я заходил, так сказать, в чат. Твича. А теперь я готов ее смело открыть. Благодарю. Тикай, я разберусь, что мне делать. Спасибо. Если я умру, значит будет смешно. Я наступил на него. Блин, он какой-то другой мэншн. Там... Я-то думал просто в VR то, что было на 3DS-ке, но нет. Или да. Хм. Забавно выглядит. Переигрывай. Так я уже переигрываю. Так, я убил этого Рихтера, он там это... Заныл, и все, титры были. Ой, пиктограммы какие-то. Это такое? Это за куб. Угу. Алюкард? Алюкард? That voice, Maria? I'm sorry, you were right. He has joined forces with the enemy. So it was a Belmont after all. But someone must be controlling him. Whatever we do, we can't harm Richter. Richter. But he must be stopped. I know. Well, here, take these with you. What are these? If you wear these, you can see beyond evil illusions. Thank you. Tis best then if you pray for the soul of your friend. Ну, это как его... Не знаю, знаете ли вы, но есть этот... Rondom of Blood, и это прям продолжение его прямое. И вот эта девочка маленькая, которую мы спасли в той части, она здесь уже взрослая и ходит в костюме Линка. Всё так. Так, вот теперь можно бить босса. И затем мы будем проходить перевернутый замок. Выросла с локосплеером, все верно. Так. Блин, какие бесполезные кольца, они делают абсолютно ничего. Вот это поразительно. И вот зачем? Что за Secret Boots?
Повышают вес. А еще у меня должна какая-то быть способность а-ля высокие прыжки. Но куда я, черт мази, с ними могу попасть? Она вроде есть, а вроде нет. Не понимаю, сложно. Зачем прыжки, если мышка? Не знаю. Здесь есть секретки странные. Например, можно было проходить и найти броню, которая ломает шипы. И все способности, которые здесь используются, они нужны. Например, даже вот этот сонар, он где-то нужен был. Я не понимаю, что мне делать с собакой. Чтобы секретку найти. Второй Бельмонт. Я не знаю их географическое дерево. Я просто сижу и играю. Не, первая и вторая это Нес. Если я правильно слинка понимаю. Да, я там уже побывал. Там тоже Саймон. А вот собаку я получил ботинки, упав через воду, собственно говоря. Собака помогла под водопадом пройти. И для собаки я какое-то изучил особые движения. И вот непонятно, где его взять, но я думаю, я с этим разберусь. Может быть, потом это будет. Так что... К концу игры узнаю. Люблю хорошую новую версию для Самус Returns. Они пытались. Они сделали Mirror of Fate на 3DS. И ребут в виде Lord of Shadows. И Сикай с 19 уровнем. Ну, вот здесь, кстати, концовка понятно, как получить. Единственное, непонятно правило 195%, но не суть. Когда же деньги пытались? Ну, это ж Канами. Для них это был максимум, который они смогли выжить. Не, они не рандомные, они телепают по кругу. То есть против часовой стрелки. Телепорт выбирать нельзя, но закономерность у него есть. Все под контролем. Комната смены диска. Где именно? Answer me. Why is a Belmont planning the resurrection of Count Dracula? Что за комната? Count Dracula rises but once every century. Ой, да заглохни, я тебя уже убивал. А, и вот я теперь вижу зеленую сферу. Это не смена. You
defeated me, but all is not yet lost. The resurrection of Count Dracula is at hand. Короче, Рихтер был под контролем. Новые персонажи в ССБ это не имбалансные, которых ввели. Я не понимаю, о какой именно ты комнате говоришь. Где был телепорт или что? Я запутался. Нет, это нормально все. Это Inkling Top 1. No. What have I done? Thank you, Alucard, for saving Richter. Alucard? The same Alucard who fought alongside my ancestor, Trevor Belmont? Ah. That was over 300 years ago. Это просто локация перехода из одной зоны в другую. Типа биомы. Переход между ними. I think so. Грубо говоря. Maria, take Richter and leave here. I'll finish this. All right. Good luck. Автоматическую точку? Не знаю. Т9 свой? Обновить. Если ты с телефона. Ой, замок перевёртыш. Безудержное веселье. Зачем одной двери не хватало? Ну, если вспомнить тот же самый Resident Evil, когда ты открываешь комнату, идет анимация, то, что ты теребонькаешь дверь и все дела. Видимо, это из той же оперы, некая прогрузка между зонами. Поэтому там нету музыки и прочего. А это просто комната есть. Я, конечно, не эксперт, но, наверное, это как-то так работает. Как в той игре? Это 97-й год. Хотя мы недавно играли в нечто, по-моему, 96-го года, и там такого не было, но ладно. Так, я хочу узнать процентаж. Для этого мне надо сказать, игра... Иди нафиг. И запустить ее заново. Зря думаю, что если собрать игры. Ну, кстати, да, они же графонистые. Тут даже есть трехмерные книги, которые летают. Ух. Вокруг своей оси, между прочим. Закачаешься. Ну и насколько? 98. 52% не нашел где-то. Ну и насрать. Кстати, тут есть некоторые моменты. Например, среди задников, где-то в самом начале игры, если приглянуться на задний фон, во время... Ну, там есть, мол, окна на заднем фоне. И иногда там можно найти глаз, ну, монстр, который туда-сюда бегает. Вот. А, ну вон трехмерная башня на заднем фоне. Ух. Такого типа игры прогрузки? Не знаю. Ну, блин, оно во всех кастлах есть. Даже в ГБАшне. Я не знаю, как это работает. Я считаю, что это прогрузки некие. Или это фишка просто серия. Просто они есть. Замок наоборот. Гениально. Вот, видимо, как люди додумались сделать моды
для Метроида и прочего. Тоже все переворачивает. А потом это спидранец. Наш хронотриггеры, прогрузки на снесе. Моментально было? Блин, я же сейчас упаду, правильно? О, луна! Луна, я могу за собаку погавкать на нее. Я знаю, это секретка. Или нет? Блин, наверное, для того времени это было... Вау. Замок перевёртыш. Офигеть. Но после гармонии... В диссонанс что-то не очень. Надо 3 минуты гавкать? Серьезно? Просто мне кто-то сказал, что я сгорю с секретки с волком. Нет? Ты хз. У меня есть special move as wolf. Что же это такое? А, то есть он слева направо, а не вверх, наверное. Но я хожу нормально, а замок сам перевёртыш. То есть тут ничего не инвертировано, назовем это так. Блин, заинтриговали меня собака, теперь я хочу на всех погавкать, ну, в этой игре. Блин, это весь замок заново изучает. Как лень. О, а тут была секретка? А, нет. Или да? Да, была. Точно, я брал. Наверное, уже есть люди, которые не застали. Я застал. Я молодец. Но самое забавное, что я не застал, например, эту костлу и многие-многие вещи. Там Гранди и так далее. У меня были только финалки. Слушай, отвали, пожалуйста, от меня большой череп. Ты мне не нравишься. Мне почему-то казалось, что ты лет 27, наверное, с кем-то путаешь. Ты определенно с кем-то путаешь. Я еще в школу хожу. Блин, а я это секретки не помню. Вот если я оба замка пройду так же, как и... Первый, то... А, просекай. Я-то думал. В принципе, мне этого хватит. Но у нас активность на активность PS1 вроде на российском рынке была в 2000-м. Если мне не изменяет, конечно, память. Блин, а интересно, я тоже буду убивать боссов потом? Тех, кого?
Ой, какой-то новый босс. Давайте же попробуем его одолеть. О, он отнимает больше, чем один. Я сейчас проиграю. Нет, не проиграю. И на Хана со вторым уровнем. Ну, в России, да. 20 это уже приговор звучит. Ring of Blood. А, я должен теперь собрать все части Дракулы, насколько я понимаю. Как это было, не помню где. Одно 10 инты. Окей, хорошо. Еще квартиру завещать в 20 надо. А все-таки замок он не точно вторит. Есть некоторые изменения в виде люстр. Прикольно. Мунроуд. Коломилы, карики, с концом как-то там до сих пор можно говорить. Ну, я свое не считал, но... Мне кажется... У меня где-то под 150 уйдет. Все мое добро. Но это не точно. Это если комиксы, игры и все, да. Больше у меня ничего нет. Друзья, почему здесь экран шарахается? Я взмахиваю, и в канале какая-то происходит, по-моему. А, это из-за люстр, которая грохается, я понял. Эффекты. Блин, может быть скопировать это, принять карту, которую я прошел, и затем ее перевернуть просто. Мне кажется, норм идея. О, здесь было три секретки, кстати говоря. Ну, не три секретки, а три предмета, увеличивающие статы. Теперь их, видимо, два. Блин, здесь тоже есть часы. Может быть, имеет смысл применить санину эту? Обилку. Какой фиг найдешь, я полагаю. Так они не работают? Ну ладно. А, но они работают там, где время остановилось. А тут часы, они, по-моему, сломаны. Да, мы два кольца одевали в башне. Все верно. Блин.
Блин, теперь вертной... Ооо, я не хочу. Спасибо, фея, наконец-то ты сделала удар. Как же долго тебя пришлось спросить? Тут секретка в том, что надо до щелчка крутить колеса. Но здесь медузы и спам говно. Отличная костла. Давайте вниз спускайтесь, придурочные. Блин, теперь их три. Там было одно кольцо, которое писало что-то там, и второе тоже. И вместе они образовали сообщение, мол, одень в башне. Часовой. Блин, я еще проваливаюсь. О, был щелчок, был щелчок. И еще три колеса. Блин, еле-еле. Хорошо, в телечек. Так. Стоп, можно же... Не, летучая мышь как говно стреляет. И слинг с третьим уровнем. О, щелчок. Да я... Да... А интересно, они специально проектировали, что верх ногами будет сложно, или они такие, а, и так сойдет, и накрутили. А потом поняли, что немного все как-то... Не просто стало, в плане... Например, эти колеса крутить. Так, еще одно колесо. Почему ты? Блин, она больше не плюется. О, господи. Это что сейчас было? Я стал большой статуей. Я могу превращаться в горгулью, что ли? Наконец-то. Стоп, а секретка должна быть. Блин, только не говори, что мне заново на этом экране тоже надо крутить.
А, нет, нельзя. Смотрел фильм сырой, понял, что я не понял, что... тоже мне он хотел сказать. Это ты про ту дичь, которую ты описывал в конфе, что ли? Ну, я сейчас умру еще. Нет. Так. Блин, я не хочу умирать, пожалуйста. Дузы, отстаньте. Блин, почему у замка есть, оказывается, некий потолок? Внезапно. Блин, я книгу просрал. Делай карнавал. Так, ладно. Надо посейвить стратегию. Абитор, ты про секреты с Волком говорил про его особое движение, я правильно понимаю? Да, я сгорел и включил опять. Пойду смотри фильм про пельмени японские. Нет. Единственное, что я сделал с собакой, это разломал скалу с помощью ее дэша. И через водопад получил ботинки непонятные. Так Абитор живой, он и стримит. Он недавно третью Кастлвани проходил. А что я получил? А, Dragon Helm, по-моему. Воздух. Только RDR без голоса. Но потом была Кастлвания у него третья. Абитор, а секретка про волка, она в этом замке перевернутом или в нормальном замке? В этом замке. Хорошо. Просто вы меня заинтриговали с волком, и я теперь думаю. Взять на плойку и нарешил все же Герванта из людей. Блин, да тут, по-моему, это... рассадник фанатиков РДР собрался. Перевернута та аутичная стрелка. Секретка в обычном замке. А-а-а, понял. Это потому что я РДР чуть-чуть покрасил. Ну, если тебе нравилось первое, то это не оставит тебя... обделенным. Просто все люди ждали от нее GTA 5 или что-то в этом роде, а это просто вестерн, который проверяет новые идеи и так далее. То есть, там, не знаю. Ну, это мне так кажется. Не играющим и не смотревшим RDR, в принципе. Сходка. Да, можно это и так назвать.
Блин, я единственная игра, которая нафигачил 100 часов на плойке 4, была 15 финалка. И какое же оно говно, господи, мать и боже. Аж стыдно с этого. Она вышла, но лучше пеками Мастер Рейс. Насколько я знаю. Если на пеке игра кривая, значит на консоли она кривее в два раза. Закон только что придуманный. Резидент второй предзаказал. Иди ты, больной человек. Кстати, по поводу Ведьмака, ты можешь попросить его у кого-нибудь, чтобы поиграть. Например. Или ты хочешь именно его взять? Нанухана, ты готов к обзорам Kingdom Hearts от русского игрожура, который не играл ни в одной части, который попытается вникнуть в лор с третьей части? Готов гореть. Нормально. Вот это подход. Меня теребить? У меня нету КХ-шарфика. Мне Вендариан накрошарил. У меня Kingdom Hearts этого... Вендариана. Так что... Бей шарфика за Kingdom Hearts. Кто-то лучше шарика-помощника? Возможно. Быть лором. Думхаммер Тайм, ты просто хейтер КХ. Он там есть. Там даже войны есть. Я, конечно, не Kingdom Hearts не проходил, но... пройду. В какой части играть, где играть, как играть? Ну, ты должен купить это Super Duper Collection от Square Enix, где они собрали все части. И пройти их прям в хронологии. Там даже спин-оффы, которые... Точнее, части, которые на мобилках, они сюжетно связаны и имеют некую подоплеку к основной серии. Вот. И в этом сборнике они в виде роликов. Не знаю, Витор, я по Ведьмаку еще не знаю ни одного спойлера. Если ты мне сейчас ничего не скажешь. Я Ведьмака не смотрел ни одного стрима, не смотрел ни одного обзора, не прочитал ни одной рецензии. И все, что я знаю, что это Ведьмак из Ривии. И прочел только книжку. Две. Все. На этом спойлеры закончены здесь у меня про Ведьмака. Посмотришь свежий спин-офф, в этом уже и суть. Ну, там все сложно. Надо во все игры КХ. И это навернуть, и это навернуть, и вон то навернуть. Этим обмазаться, этим тоже. PS4 без карты? У меня шакаль не понятно, что за что при движении. Я полагаю, у тебя интернет не тянет, и битрейт тупо сам понижается. Он на плойке автоматически вроде идет. По крайней мере, когда я запускал, у меня в Uncharted, когда очень много этой самой травки зеленой, берет все и накрывается, и идут пиксели, грубо говоря. Но 540 это мало, там битрейт должен быть минимум 5К где-то. Хз, сложно. Хм...
Хз, я только уверен, видел стримы с PS4 без карты, там качество хреновое, пипец. Ну, я тоже стримил. Infamous, по-моему, начало самое. И где-то минут 30. И... стримил Uncharted, по-моему... там, где особняк горящий был. Это... третий, полагаю. Вот, поэтому лучше с карты захват. Буду фотоэнстрим разбирать, потому что меня попросили. А ты будешь это собирать на сборы на голду? Валюту местную. Я хожу стоит для... не трогай FF15. Плюнь на него. И не знаю. Или купи диск и сожги его прилюдно. Я только это могу посоветовать с ними сделать. А, он не сюжет. Ты про что именно, Абитар? А, ты про РДР. Ну, видимо, да. Десять говнящей игры. Это ты про 15-ю финалку? Нанахана. Я там меньше 10 лет же делали. Я просто анонсировали рано. Я знаю, или Lightning Returns. Ну, Lightning Returns не знаю, но 13.2 нормальная часть, а 13 финалка это говно, моча с аниме. У меня есть три нелюбимые финалки. Это 3, 13 и 15 теперь. И все это сорты говна. Наверное, 13-я самая худшая. Ну, ну я ее на Нахана поиграл примерно где-то минут 20. Я надеюсь, что когда-нибудь, я перепройду все финалки на стрим и пройду Lightning Returns, но мне придется страдать и играть в 13-ю финалку и 13-2. О боже, как это будет прекрасно. Блин, мне не нравится, а там коричневый блок. Я могу его пробить, интересно? Может, здесь собака разбежаться? Я знаю, 13 не особо страдание, такая часть с открытым миром замораживает. Меня взбесил сюжет Си Фасиль Какун. Сюжет просто на десятку. Персонажи атрофированные в плане... они слишком гипертрофированные характеры у них из разряда. Эй, нам нельзя туда идти! Нет, у меня характер написано «злой и горячий парень». Пойду сейчас сдохну к чертовой матери. Я же крутой тип в шапке. И так далее. И это просто вымораживает. Я все прям бесит максимально. Я уже не помню, я стер все воспоминания 13 финалки. Еще меня бесила пропаганда этой Lightning. С ней были и духи, и еще какая-то санина. В Final Fantasy Dissidia до чего-то там, которая вторая часть на PSP, запихнули. Во все кроссоверы пихнули, и она как выглядит не очень. Лучше бы ее сестру пихали.
И не говоря об этом. Поэтому пихали. Но у меня большой вопрос стал к японцам. На язычный ром перепрыгнул. Абитор, а ты не прошел сложный уровень. Пошел по легкой развилке. Что дальше? Мне еще что-нибудь придумать? Где ты там слабый? Йокар на бабай, как они полощут меня. Лучше я буду летать здесь. Я никогда не видел ФФ 9. С 9 до 4, даже на стримах. О, ничего себе, Донхан. Но 14-я, если тебе нравятся онлайн игры, она вполне себе неплохая, на самом деле, внезапно. Десятка слишком бабская и нудная. 11-я онлайн, только я. 12-я политическая санина, но с прикольным геймплеем. Что там еще есть? 12-я говно матча FF13. 15-ю финалку я не знаю, видел ли это у меня, но видимо нет. Господи, я умер. Немного шел, другая толпа 4 лишних. Страдает сейчас Bloodborne. Понятно. Я не хочу страдать, хочу проходить хорошие игры. ЖРПГ какие-нибудь. А у меня нет ЖРПГ на PlayStation 4, я все же грущу. Не, ну кстати, я не согласен с тобой, Нанахана, по поводу 10.2. Там геймплей зашибись. Если скипать абсолютно все диалоги, не пытаться выбить 100%, не скипая все заставки, потому что если ты скипнешь, процентаж будет другой. А в принципе, игра норм. По крайней мере, геймплейно. DC3 это ты про башню, правильно понимаю? Она шла как бы только в Японии изначально, как дополнение к игре. Это вообще даже не игра. Это, считай, игра для мобилы, которую просто зафигачили. Скажем так. Как можно скипать в FF диалоги? Нажимаешь на старт, нажимаешь на треугольник. А, книга продолжения. Слава богу, что я ее не читал. И не видел. И не знал о ее существовании до этих пор. Ммм, 360 бокс не знаю, можно ли. Но я не очень люблю 10 частей, мне сейчас сюжет посмотреть. Но в 10.2 он там был, это, АТБшка, грубо говоря, как в 9 финалке. В принципе, терпимо. И систему профессии. Да, артефакт загнулся, у нее там сердцебиение на пульсе активности. Точнее, если посмотреть график активности, то там можно увидеть пульс умирающего человека. Ходят такие шутки, по крайней мере. О, господи. Мне надо сохраниться, а я куда-то убежал, непонятно куда, и я запутался. Я даже не думаю. Я просто бегаю и говорю. Блин, кстати, Нанахана, ты удивишься, но я прошел мультиплеерное DLC 15-й финалки в соло. И прошел обновление для него, и там был босс, которого я убивал 2 часа в соляного, забаговав его между текстур. Потому что в 15-й финалке там есть сюжет. В мультиплеерном DLC, и оно есть в первой половине, до обновления. 11 ДК? Неа. Плойка-то не моя, а мне ее дали, так сказать, на время. И поэтому я ничего не брал. На плойке у меня своего ничего нет.
Если кто-то расшарит так, или там диск даст погонять, я с удовольствием поиграю, пройду все дела. Черепашку долбил 62, было весело, шаг и упал от этого геймплея. Да, я тоже эту черепашку долбил. Марио Пати Делюк сделал бы выполненную игру, продал. Ну, феномен у него же это на работе. Люди далекие, грубо говоря, в гейм-индустрии. И у него вроде как бы людям заходит как раз таки Марио Пати и прочее, насколько мне известно. Понял, ну покажем все. Окей. Не, карик не расшарит, потому что у меня нет свеча. Ну, там АДК скажет совсем скоро. Там же какое-то анонсировали. То есть до Нового года точно скажут. Могу слышать? Блин. Ну и зря такие вещи говоришь. Мне надо плойку четвертую это задротить. Пройти Саны Бладборн, Неох, Якудзы, Ведьмака. Лара Крофт, Ассасины. Да и вроде все. Тут это не... А, Человека-паука на DLC еще пройти. Еще вообще ничего покупать? В смысле? Если ты не покупаешь на PlayStation 4 игры, то там есть, например, Disgaea, Knight of Azura, ДК Builders, ДК Heroes. Octopass, Fire Emblem весной будет, новых Lara Croft. Но я в 2014 играл, я хочу еще раз ее пройти, только уже на плейке 4, и возможно подготовить к следующим частям. Блин, музыка каев, такая локация. Не, я в оригинальном скине поиграю. Я знаю проблему Ларки новой и знаю, что с нее горят все дела. Не, норм лично. Как я сделал полет головой об потолок? Ладно. Метроид Байонета 3. Поехали. Не, в Зельду играть я не хочу, потому что мне она не нравится новая. Xenoblade 2 я не могу играть, потому что я не прошел первый Xenoblade. Xenoblade Chronicles X на Wii U. Единственное, что бы я сыграл бы, это Octopass, но... У меня и так есть игры, в которые надо играть. Камон, у меня 513 JRPG, которые я хочу пройти. И это я еще не все посмотрел. Ты издеваешься надо мной? А, Octopass'а у тебя нет, ну и славно. Блин, как же меня огнет в этом замке, ёкарный бабай. А там у меня особо много пересечений, короче. Ну, Нанохана, я играл в первый Megami Tensei. Как думаешь, что значит для меня навернуть всё-всё-всё-всё-всё? А еще желательно в... порядку. Я же поехавший человек. Просто могу с Каримом играть, говорю, пожалуйста, чисто. Карим унылый, да. Играй в Обливион.
О, сейф. Блин, я не понимаю, куда я иду. У меня голова болит от перевернутого замка. На самом деле, можно сыграть в первую день, остальные части. Смотри, как страшно. Но... я привык сам, мол, формировать свое мнение по поводу игр. Потому что, например, Digital Devil Story, я сомневаюсь, что кому-то зайдет сейчас. И так далее, и так далее, и так далее. Вот, например, многим нравится это Castlevania, мне же нравится немного... мне нравится Earth Soul of Moon, все равно, по итогу. Какой лучший эмулятор? Тот, который на Рутрекере, там тема прикреплена в головке или типа того. Вон абитуар, то что кинут Doomhammer Time, самый первый, там где две галочки. Вот его и бери, он на рутрекере лежит со всеми биосами. Там только единственное будет настройки поваять под игру именно. Потому что вдруг у тебя там будет графический артефакт, либо еще что-то, но настройки всегда можешь найти. Выбиваешь название эмулятора и... затем settings. И на НХ на третьем уровне. Да не, там все изично. Говорю уже, скачай на рутрекере готовый, скачай образ. Если он у тебя будет с багами, артефактами, берешь и вбиваешь настройки. Конкретно твоей игре. И там тупо по скриншотам соберешь. Не, а почему на Нохана в это... А не, стоп. Видео. Вижу, как говно, по-моему, эмулируется тоже. А вот Вибу вроде бы нормально. Лучшая консоль это GBA. Бададам. Кстати, мне повезло то, что у меня плойка вторая до сих пор еще жива. Оказывается, там можно игры по сети запускать внезапно. Через сетевой кабель расшаривать папку на компьютере. Ух. И в карту захвата. И не надо париться. Там все совсем плохо, я звук радио назвал, насрал пару вечеров. Угу, понятно. Ну, мне кажется, неискушенному человеку, например, как мне, ну, даже говнонастройки пойдут, чтобы обмазываться. Oh!
А, его тупо не было. Понял. Я-то думал, он тебя шипел, трескался и так далее. Я бы играл это. Такой, играю, потом бац, треск. У меня глаз дергается, я дальше играю. Будь оно там так. Блин, да прекратите, алло, парни, наш зубочистка. Блин, несите я замок, конечно. Хорошо. Ну, кстати, по-моему, если напрыгнуть на эту фигурину, или это не в этой части, или это вообще не в этой игре. Ай, ладно, пусть. Короче, нормоб. Берет и колбасится. Нашпигованный на палку. Но он быстро у тебя скачается. Не, я не проходил. Я проходил только 4 СМТ. И все. Именно если считать серию Megami Tensei. Еще я Deep Strange купил на карике, когда Мотельера попрошу 3DS-ку и пройду. Вот, но я буду начинать с самого первого, что Megami Tensei. Пока я осилил только Devil Survival. Блин, нет, я не хотел к боссу идти. Козёл. Да ну почему ты останавливаешься внезапно? Короче, ну нахан, ты не представляешь, но я проходил первую ксеносагу и селе. То есть, как это понимать, у меня... Игра шла не в 60, а в 30 FPS. И у меня все анимации атак, они были словно персонажи, у них синдром умственно отсталого человека. Я в итоге ее прошел. А потом понял, что эмулятор говно, и Ира счеклился на видеокарту и на пути на второй навернул. Точнее, ничего не навернул, я страдал. Пытался эмуляцию, но потом понял, что это перебор. Что-то не помнишь такого босса? Должен помнить. А,
А, потом у меня чуть комп не сдох. Я попытался запустить Breath of Fire Dragon's Quarter. И там было примерно 15 FPS. То есть еще в два раза меньше, я отказался от идеи что-то проходить на эмуле для второй плейки. С тех пор я честный гражданин консольки. И прошел пока только на ней персону, санину кое-какую, Гангрейв и гитара Мун. Ритмушка типичная японская. Вон. Блин, я понял, что я не делаю в этом замке, и поэтому все идет под откос. Я не подметаю полы своим плащом. Должен быть нормальный. В том-то и дело, что никакой. Потому что, например, я когда гуглил Синосагу, там даже на NVIDIA GT 80, по-моему, есть небольшое говно в виде того, что текстурки режутся, и там тень она берет, и на весь экран тебе на лицо садится. И надо поэтому там кое-какие настройки делать, и в итоге ты видишь, словно у тебя вся игра изрезана. Зато тень не на весь экран. В буквальном смысле этого слова. Да, пытается. Некоторые люди пытаются персону запустить. Пятую. Потому что... Это же хорошая игра. И обмазывается 10 FPS. Нормально. Ну, Dragon Quest 7, он же на PS1. Нейт. И на 3DS. Может быть, ты в ДК-8 играл на PS2? Не, я с микрофризами могу играть, спокойно. Я закален. Ты что, в сервис принять на меня? Сразу пропали сабы, я что-то забил. Сабы? Если там на комп, то установить на сканатачку, если там на комп. По-моему, проще, ну да, проще консоль купить. Но на консоли тоже 60, вроде бы, если ты берешь NTSK, но это не точно. Я не особо шарю в FPS. А еще можно купить кое-какие кабели, и все будет вообще шикос. Блин, когда мы тебя пройду Crisis Core? Мной ненавидимый. И пойму, что там за предыстория с Гактон. Блин, уже 3 часа ночи на самом деле. Надо будет сам помаленьку закрываться. Играть невозможно, просесть. Нет, надо брать Xbox One X 6 терафлопсов. Такого ты еще нигде не видел. Самая мощная консоль. Ведьмак будет летать, словно на атомной энергии компьютер работает. Ну, PS1 относительно нормально, да. Crisis Core наиграл несколько часов, наверное, хотя до 96-го. Господи. Я ее дропнул примерно на втором часу, когда там в деревне появилась мини-игра с ракетами. Потому что мне не понравилась рулетка. Вот. Но поскольку я теперь типа включаю поток, а значит...
я могу пройти то, что раньше понадропал, и тем самым я прошел Ксеносагу. Не, God of War не нужен. Игра года отвратительная. Не, у меня на PSP был богатый выбор. У меня чего только на ней нету. И я даже... Я на японском что-то даже проходил на PSP. Внезапно. Ой, случайно. Не знаю. Мне Новый год в War не понравился. Как и третий. Я походу этот самый. Враг общественного мнения. Когда я иду против него. А, ну нормально. У меня в Манхан друг играл на Яке. Село своим. С друзьями. Да, что новый, что старый. Первый унылое нажатие кнопок, новый тоже. Единственное, просто там пытаются в историю. И если Новый год увар как Horizon, то это очень грустно, потому что Horizon, он очень скучный. Там долгое повествование, раскачивание, геймплей никакущий. Типа есть боевая система, но... Она выглядит примитивно, словно ты играешь в игру на геймбое. Настолько все плохо. Блин, мне кажется, брать игру, потому что тебе нравится сеттинг, это как-то неправильно. Игра должна увлекать тебя геймплеем. Ты недоволен? Выглядит как Санина. Так ты накрути графоуни, Битор. Там же настройки есть. Давай, Сикай, удачи. Накрути шейдер, сглаживание текстур, 4К. Здесь сейв был, да. Найти. Вбей настройки через Google, а вот что найдешь. Там какая-то есть Википедия у этого эмуля, который ты изаешь. Вроде как там почти под каждую игру есть. Всякое разное. О, я помню здесь. Здесь был этот кошмар, насколько я помню. Где я выбивал... Точнее, где я убил Суккубу. Значит, стонала. Я не знаю, кто. Привет, Купер. Ему Дракан 2. Блин, звучит как Чака на PS2.
Как твои ничего купят? Что расскажешь нового? Блин, я уже играю на автомате каком-то. Кстати, Абитар, если что, настройки графона могут все поломать. Так что лучше без него, наверное, наворачивать. Так, здесь был кошмар. Бла-бла-бла. Здесь был сейф. Блин, а лазбос что будет? У входа в замок, что ли? Блин, а я весь замок почти оббежал. Лол, что? А, не, нифига не весь. И даже не половину. Там еще подземная дофига. Всякой муторной фигни. Абитор, как можно у тебя игру замашнить? Не же RPG. И не обязательно, чтобы ты ее проходил. Тамплиеры 2. Так называется. Мне еще рассказывает работать. Давай, работяк, работай. Да, это грустно. Называется Knight of the... Точнее, Knight of the Temple 2. Я о ней рассказывал. Да, да. Не, мне просто кажется, что тебе она понравится. Мне кажется. По моему субъективному мнению. Она есть и на пеке, если что. Она на PS2, на пеке и еще на чем-то выходила. Я тебе могу даже диск дать для пеки. Он у меня есть. Ему уже лет 15, наверное. Хотя нет. Не, вроде есть, да. Вроде в коробочке лежит. Так я думаю, он тебе не поможет. Просто я все думал, на это в The Temple проходить, но мне что-то ли. Поэтому я бы с удовольствием посмотрел бы у тебя. Вот так вот. Как тебе такой байт? Хотя, если учесть то, до какого времени я сижу, я, наверное, на стримы не приду. Лол. Я сижу, наяриваю себя тут, как видишь. Всякое разное. Ну, я опять часы остановил. Время остановил. О, сверхсекретка, лол. А, ну да, я ж падал, я помню. Там лодочник. Смотри, если я ключ понизи графон. Серьезно? На боссе работает... Серьезно? Ребят, вы в третьей части такого не позволяли делать. Так ты не на рутрекере. Да, надо перезапускать. Вроде как. Oh!
Давай на нас там. Спокойно ночь. Заглядывайся. И спасибо за фоллоу. Какой же он толстый, этот босс. Ну, иди сюда, давай. Сейчас мы тебя легчаем. Амбитор, ты вот по... Вот этим настройкам не пробовал, там разные. Там даже есть проблемы и баги, которые фиксятся, и как их решить. И сейчас я еще посмотрю закладку. По-моему, это... Почему она стонет? Ладно. Дракон. Ну еще вот такое есть. Так там, смотри, есть это. Регион ты тот взял или нет? Пэл или НТСК? Надо НТСК брать. Такому, как ты. БФПС, все дела. Хо-хо-хо. Кальмарики. Блин, мне так хочу... Хотя не, мне придется процентаж дособирать. Мне кажется. Для тру концовки. Купер, а ты не в курсе? Стаб прошел 10 финалку. Это я видел, он там запускал, но якобы финал. И Rule of Third. Спасибо за фоллоу. Пиши в чат, не стесняйся. Прошел сегодня? И как ему? Не сгорел сразу босса? Блин, наверное, много я получаю. Или нет? А, это одним глазом смотрел, понял. Мне кажется, он догадывается. Ибо это легко. Так и знал, что догадывается. Кого ты пытался обмануть? Блин, по-моему, кальмары бесконечно возрождаются. Так что... Да, они возрождаются, лол. Абитор, ты спалил ссылки в чате или нет? А ты сидишь, молчишь. В смысле, все порчу? Я даже твой никнейм не назвал, но...
Я сказал, он знает, наверняка. Более ни слова, ну. Все началось. О, господи, у меня экипировка какая-то появилась. У меня есть копье. А, это метательное. 74, Dark Blade. Ну да, я знаю. Нейт же у нас любитель поменять никнеймы, все дела. Что вам надо? Абитор, выше... Ай. Палил ли ты ссылки, которые я кидал на... про PS2? Да ну прекрати чат листать. Первый театр. Абитор, держи. Ну что ты делаешь? Раз сайт с настройками. И два сайт с настройками. Во. Я сейчас, когда написал, тут уже минут 20 сидел. Ах ты, шпион. Да, 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 я знаю, 4 часа ночи, пора спать. Я не могу остановиться проходить чертов перевернутый замок. Но у меня уже глаза слепаются. Ух. Мысли, не спи, я проснулся, я спал сегодня 3 часа, камон. Нашел. Мои поздравления, Битор. Ладно, на этом все. Всем спокойной ночи, всем удачи. Увидимся завтра. И завтра, наверное, цикады начнем. Так что... Как раз это осилю Кастлванию. И вечером посидим. Навал почитаем. Ну, такие вот дела. Так что всем до завтра. Всем пока. Всем удачи.